Следующая ночевка будет на кордоне, в пункте охраны заповедника Устюрт. От него ведет относительно комфортная дорога в самую глубь чаши, на знаменитый Гендерли Сор. Что такое сор? Это огромная поверхность, состоящая из соли. Огромная ровная поверхность. Площадь этого сора более чем дельта Волги. По размеру больше. А вокруг этого сора, этот сор окружают горы, которые называются Чинками, обрывы. И у них достигают от 50 до 300 метров вот этот перепад. Красота неописуемая. Эти Чинки